Бомба, обожаю слэш, обожаю приезжать в этот лагерь, брат. Ну, по-любому, тут все свои, все братки, подруги, собаки, снег, Кириллки. Всех люблю, обнимаю. До встречи. Можно Соломе привет передать камеру? Солома, классная стойка, вообще не ломается. Четко, рэперская. Победителю по старейшей традиции мы определим его на ту ЕФА. Контеста от Джон Сноубордс. Первым, наверное, я сразу награжу человечка, потому что на самом деле он выиграл и там есть номинация G-Don Challenge. Не путайте с штопанным. Это другой, это оригинальный. Собственно, Under Pleasure, Костян, давай иди сюда, давайте поаплодируем. Челава, давайте поддержим. И Under Pleasure зарабатывает вот такую замечательную доску. Красивую, одноименную компанию. Вот золотая. Поехал дальше всех, примерно 125 метров преодолел, только на носу, без креплений, как настоящий джедоновец. Здорово, здорово. У нас была номинация «Самая высокая» Олли. Костян зарабатывает первое место, а вот этот Тимурлан, молодой человек, занимает второе место, почетное. Давайте им тоже пошумим Тимуру. Йо-йо-йо, алло, Summer Session! Я кусаюсь, я подхожу, если вы не пробуете.